В эту пятницу все библиотеки будут работать дольше обычного. Всероссийская акция «Библионочь» в Новосибирске продлится до полуночи. Посетителям предложат поучаствовать в краеведческом квесте, расскажут о новых технологиях в сохранении редких книг, покажут, как работает планетарный сканер. Впервые выставят экспонаты из коллекции «Книжное искусство», необычные по размеру, формату и текстуре. Также будет много музыки и мастер-классов, а главной изюминкой станет велопробег по коридорам ГПНТБ. Библиотеки уже приготовили дополнительные читательские билеты. После «Библионочи» обычно происходит всплеск желающих приобрести абонемент. Для некоторых библиотека как бы перестала существовать. И когда они ее открывают, то они делают для себя поистине вот открытие. Оказывается, это не заброшенный мир, оказывается, там интересно, оказывается, там есть новые технологии. Так вот, как раз мы, вот эта ночь, она позволяет найти как можно больше вот таких людей, которым библиотека, безусловно, нужна.